Всем привет, с вами Нацфас, мы будем играть в игру четвертый. Сегодня у нас задание чисто дополнительное, это задание Локи. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы 23, стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Наверное. Я должен признаться, Аджай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Кера. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, скажет он: порадуйтесь вместе со мною, ибо я нашел потерянную овцу. Отлично. Ага, я просто дойти. Понятно, мы все с вами. Thank you.
Аджай, имеющий уши да услышит. Откровение. 13:9. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Я знаю, что мы есть, и вы, я на месте.
Но это может закончилось подписывайтесь, это как обзор за мной. Ну, все, это все.